Добрый день, меня зовут Сандра, и хочу вам сегодня записать новое видео. Вчера я записала, но немножко ошиблась с одной компанией. И теперь хочу показать разницу, как доверие в сети сайт показывает и предлагает компания. Тут вы видите компанию ByTime. Компания ByTime в свое время была хорошая компания. И компания совсем, наверное, месяц обратно вообще пропала со всеми деньгами, и люди потеряли здесь очень большие деньги. Но о чем разговор? Хочу, чтобы вы посмотрели, что сайт доверия в сети про эту компанию говорит. Процент риска 70%. Компания уже не работает, сайта такого нет. Люди потеряли большие деньги, а сайт показывает риск 70%. Теперь хочу вам показать другую компанию. Компанию Dream to Work, которые говорят, что очень плохие отзывы. И сейчас посмотрим, что доверие в сети про эту компанию говорит. И доверие в сети говорит, эта компания 95% риска. И у меня такой вопрос. Как можно показывать про компанию, которая платит, которая работает, где очень много людей довольны, как доверие в сети может показывать 95% на компанию, где люди работают, зарабатывают. Хочу вам показать, что вывод денег работает. Тут я недавно выводила биткоины. Сейчас покажу, недавно выводила эфириум. Все, что компания обещает, она делает. Видите, и эфириум я тоже выводила. Компания обещает переливы. Переливы работают. У меня в Dream to Work совсем мало личников. Но переливы сейчас я вам покажу, какие очень хорошие. Это все не мои люди. Эти все люди пришли от лидеров, от спонсоров. И можно посмотреть любой маркетинг. Переливы работают во всех маркетингах, в котором вы находитесь сами. Видите, эта вся сторона, это вся работа спонсора, работа лидера. И у меня вопрос, кому тогда больше верить? Доверие в сети, которая про компанию, которая хорошо работает, обучает людей, она показывает 95% риска, а компания, которая уже почти месяц вообще пропала с большими деньгами и очень много людей пострадало, показывает риск 70%. И задается вопрос, кому вы больше верите? Начинайте думать своей головой. Можно ли такому сайту верить? Тут люди много писали хорошие отзывы, но на следующий день эти хорошие отзывы все гасятся и остаются совсем мало. Тут совсем старые отзывы вообще. А вот еще свежий, один свежий. Хоть люди, многие писали, которые работают и зарабатывают хорошие деньги. Все хорошие отзывы фильтруются и гасятся, и остаются только негативные, которые уже давно обратно были. И кто не зарабатывает в этой компании? Те, которые не работают. Здесь надо только пригласить два активных человека, помочь им пригласить два активных человека. И тогда у вас тут все получится. Будете зарабатывать деньги, деньги выводятся. И не надо слушать тех, которые не послушали компанию, не послушали, как тут надо работать, а начинают негативно говорить. Вот тут можно видеть, сколько заработано, сколько у меня людей только, а деньги заработанные есть. Так что думайте своей головой, верите такому сайту, доверие в сети или не верите. С вами была Сандра и до следующего раза. Пока-пока.